Сегодня я хочу сготовить картошку на мультиварке или кастрюле с программированием. Я положила 4 картошечки, наливаю туда неполный стакан воды, соли немного положу, соли буквально одну чайную ложку или 1,5 чайной ложки. Соль я там немного размешала, чтобы она не была в одном месте. И теперь закрываю кастрюлю крышкой. И включаю ее в сеть. Теперь я включаю steam. Это значит пар. Мне нужно закрыть клапан, чтобы пар оттуда не выходил. Все, все готово. Программа подошла к концу. Кастрюля включилась на просто поддержание температуры, чтобы пища оставалась горячей. Сбрасываем пар. Когда давление упадет, то можно будет открыть кастрюлю. Пар вышел. Теперь пробуем повернуть крышку. Так, крышка поворачивается, значит давление уже нет. И смотрим, что у нас получилось. Проверяем картошку на готовность. Картошка готова. Приятного аппетита!